два микрофона. Хорошо. А ты вообще отлично. Третий микрофон. А что, типа, у нас еще один микрофон? Да, мой, твой и третий. Доброе утро! Доброе утро! Говорите пока с радиостанции «Радио Ван». Вот у нас и третий, и четвертый уже микрофон, соответственно, включены. Отличный гость уже здесь. Да, официальный диджей группы DI, The Black Eyed Peas, диджей Motivate на нашем звездном красном диване. Сейчас мы... Hello, my friend! Да, да. What's up, party people? Yerevan, this is DJ Motivate from The Black Eyed Peas. What's up, baby? What's up, baby? Ответь на вопрос. What's up, baby? Тебе обращались. Я специалист по французскому. Ты не понимаешь, знаешь, что такое what's up? Нет. Тогда мы ждем, вчера у тебя переводится, да. What's up, baby? Fun. 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 Ну, слово baby не было переведено почему-то. Это трепетное отношение диджея Motivate к академику Мукурчану. Так, ну что, давайте начнем нашего гостя замечательного опрашивать. Во-первых, что такое официальный диджей группы The Black Eyed Peas? Что это за звание такое почетное? Отлично украшено, да, у диджея? Да, я давно обратил внимание. Как украшено это? Вот это, конечно, мысль появилась первая. Да. Как бы украсть тебя? Что даже? Что ты показываешь? Ну, пока обсуждают. Да, ребята, мы как раз можем поговорить. Да, там мы когда он будет красить, вот это. Он не любит этот стиль, so he asked me to make the very black. Well, not human, Не-не-не, это мы знаем. Мы спрашиваем, как диджей Motivate оказался официальным диджеем этой группы. Что означает? Произошло. Да. Вот в чем был вопрос. Oh, because I was the official, I can't assume I am the teacher. I read like I do, will I am the 16. Так, то есть они дружили с детства, да? Да. То есть во время концертов The Black Eyed Peas диджей Motivate с этим пультом диджейским зажигает наравне с этим замечательным коллективом, с этой бандой. That means that since 9 years ago, you have been the DJ of that great event, yes? For since the beginning. Since I'm asked for this. My age is 47, and they are 39. Старший брат, папа. Ну, практически, да. Father, big brother. Father, теперь мы будем... Вот что значит дружба, видите? Да, старший брат и младший брат, соответственно. Yeah, it's real friendship. It is not that I am coming to say, oh, I am DJ Black Eyed Peas. No, I am from the original day of Black Eyed Peas. А, то есть с самого начала, вот прямо создание этой группы... Отлично, отлично. Понятно. Когда вы создавали группу, вы уверены были, что прославитесь, или просто для себя? Honestly, I did believe Will.i.am has very much talent. This is why I teach to him how to make music. Yes, and that is for this stuff to start here, where we are only starting with Spahan. Levi Pajarova, the Spahan, that are hunting, will make last night for the very hard to return. And as well, for all the members, Apple, Tabu, Will.i.am, the three boys, I teach each one special hands-on to how to make the beat. From the year that I'm from, maybe you have come to in, so what I say there is this set of details, То есть это диджей Motivate научил ребятам? So, it was you that told them? Yeah. Дорогие друзья, мы теперь понимаем совершенно ясно, вот кто является папой этой замечательной банды. Я хочу спросить... Вы тоже поняли. Да, у папы The Black Eyed Peas...
Хочу спросить, он сторонник, скажем так, олдскульной игры на диджейских пультах, то есть это виниловые пластинки, или все-таки мы понимаем, что сейчас век, когда цифра везде вокруг, и даже я могу быть диджеем, скачав простую программку для своего мобильного телефона. For me, I prefer my decks to rotate. No, for me, old school. Yeah. But for touring, I must be quick, so I must use USB. Все, хорошо. Ну, кто кумиры нашего сегодняшнего гостя? На какой музыке он воспитывался? Что слушал в детстве? There's so many talents. From hip-hop, from 1988, we have KRS-One, we have Five Called Quest, groups like this, New York City, basically. А, то есть вот так вот, но это в основном, в общем-то, музыка, скажем так, скорее хип-хоп или все-таки рок, блюз. I prefer jazz, jazz of more like the 70s mood kind of jazz. When I'm feeling, I like to hear jazz and stuff like this. I don't listen to, I listen to electronic music and jazz. Ну, все понятно, да, электронная музыка с битами хип-хопа, с элементами хип-хопа. Как раз вот он тогда, в конце 70-х, и рождался в трущобах Нью-Йорка. За какую баскетбольную, футбольную, хоккейную команду болеет DJ Motivate? Вообще увлекается спортом? Конечно, увлекается. Let me think. Yes, when I am high school, I played American football. But I wanted to play, so I play on the line with big men. Oh, I did. Okay, no more. Понятно, но он сегодня болеет за какие команды? Хоккей, баскетбол и футбол. Yes, I'm from Cleveland, Ohio. So of course. Cleveland. Oh, James LeBron. Yeah. Cleveland Browns. Заметил школьные годы. А ваши в школе хорошо учились? Там ваша банда вообще? Do I study? When I am in high school, no, I was a C average student. Because for some reason I feel schooling was different than now. Now they make better because when I went to school, of course, I am intelligent, I maintain the average, but сейчас легче. Ну, тоже так, кстати, считаю. То есть это не только проблема в Армении, Советского Союза. В Соединенных Штатах Америки такие же проблемы. Ну, понятно, на самом деле. А я потому что в нашей школе учился, я пришел. А, Вася, он был старше нас чуть-чуть. Ну что ж, дорогие радиослушатели, напоминаем, что сегодня 7 апреля, в день материнства и красоты, в Opium Club, ровно в 21:00, начинает зажигать диджей Motivate. Приходите, он будет там, будет сегодня очень-очень интересно. Давайте уйдем на рекламную паузу, после рекламы вернемся и еще немножко помучаем диджея Motivate, а потом отпустим, потому что он должен отдохнуть, вечерний репетировать навряд ли, а вот отдохнуть совершенно точно. Реклама на радио вам, доброе утро. Доброе утро.
Ну что ж, доброе утро. Доброе утро. Здесь я, Академик Макарчан, наш замечательный гость диджей Motivate, очаровательная переводчица. Кстати, забыли спросить, боже, как зовут очаровательную переводчицу? Армина. Армина, мы вас поздравляем с праздником, да. И приглашаем вас также вот в 13.00 на Северном проспекте. Радио Ван организует праздник маленький. Да, мы будем столить. Да, и мы подарим 4 билета на вечерний перформанс от DJ Motivate. Напомню, что в Opium Club начинается все в 21.00. Ну и, в общем-то, я хочу спросить у... кстати, а как друзья к нему обращаются? Как его зовут? Или всегда DJ Motivate? На районе. Роман. Роман. А, Роман! Слушай! У Романа есть предложение. Да, да, такое замечательное армянское имя. Роман. Рома. Ну, знаешь... Монро. Ага. Монро Роман Уокер. Монро Роман Уокер. Ну, слушай, а есть люди, которые не могут говорить Монро? Есть такие, наверное. Странно. Мы можем говорить. Сына зовут Скай, небо. Отлично. Слушай, моего младшего сына зовут Солнце. Олег. Sky and Sun. Они могли бы подружиться. Да, да, я думаю, что, наверное, я что хочу спросить у нашего гостя, у Романа. Вот что меня интересует. Сегодня мы прочитали о том, что, кстати, он знаком с Канье Уэстом лично. Муж Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст. Знаком или нет? Yeah, actually, so I know John Legend, but I had a situation where I had to listen to the beat of Kanye West. But I don't know him personally, but I know his some of his friends. Ah, то есть вот это все, что я лично не знаком. Ну просто. Что за? He is cool, but for me. He is way up, like way out there. Все, окей, окей. Да, просто такой вопрос. Мы сегодня прочитали, что фанаты Кэнни Уэста опубликовали Библию, вот, в которой все значит, слова «Бог» были заменены на слово «Кэнни». Вот как относится к этому? Хорошо ли это? Да, хорошо ли это? I think God is of all people, so you're welcome to say to him, God. Okay, amen. God is of every of all people, no matter what type. What type you believe. В каждом из нас живет частичка Бога. Но это было лишнее. Да, но это было лишнее. Это был перебор. Да. Мы тоже так считаем, что действительно это такой безумный поступок. Пускай Роман сейчас нам скажет, с кем из великих музыкантов прошлого он бы хотел оказаться на одной сцене и сыграть с ними что-нибудь или спеть, не знаю. I have been DJing outside like I do for many years, and when I return back to Los Angeles, I'm going back to my group. So these are the only Black Eyed Peas is the answer. The group that I always can, yeah, these are my boys, and this is something I cannot change. Я
оказаться с ними на одной сцене, то только они и никто. Вот видишь, ни Майкл, ни Джеймс Браун, никто. Я, честно говоря, удивлен, потому что я потом хочу спросить, а с какими современными бы хотел бы просто? Только вы как-то разнославленными другими. I like to go out of America and experience talent from around the world. Yes, you know, I'm talking about America somewhere. It's just for I produce music with kids from Europe, Eastern Europe, America. Он занимается продюсированной музыкой в Европе, в Восточной Европе и даже в Америке. Хорошо. А знает ли, интересно, Will.i.am, что, в общем-то, его псевдоним очень похож на название армянского сайта, кстати. Will.i.am. Все армянские сайты заканчиваются вот .am. Я думаю, что это будет самая потрясающая шутка, которую вы Will.i.am сразу узнаете, как только Роман вернется на родину. His original name in the beginning was not Will.i.am. На Уильям Адамс мы знаем. Вот, Роман, а если бы была возможность прожить жизнь заново, вы выбрали бы это за опять бы путь или выбрали бы карьеру адвоката? Например? Или космонавта? Да. I was born to be a DJ. When I was 4 years old, I'm 4 years old. I am making playing music like a kid would. I'm making stay with music for all my life. Oh yes, somebody asked us to step into the room. I cannot imagine. I used to have jobs. Yes, in fact, yes. So in Astatanka, what was happening for soon, back up, then Это правильно. У нас много общего, да. Общего. На самом деле мы тоже такие же. А ну что ж, большое спасибо. Не будем больше мучить. Тем более, что много дел еще у Романа. Да, да, да. Сегодня надо подготовиться. Еще раз напоминаю, что вечером в 9:00 в Opium Club состоится выступление диджея Motivi. Это потрясающий парень, который начинал с группой The Black Eyed Peas. Знал ребят с тех самых пор, когда им было еще по 16 лет. И, в общем-то, он их курировал и наставлял на путь истины. Спасибо большое. Спасибо. Счастья, много побед, ну и всего того, о чем мечтает каждый нормальный человек. Мира. Всем вам новых музыкальных идей. Oh, my last word is Yerevan, this is DJ Motivation with Black Eyed Peas, and you're listening to Radio 1. Спасибо большое. Спасибо. И в финале такая горячая новость. Исполнитель блюза Биби Кинг попал в одну из больниц американского города Лас-Вегас. Вот он, у него обострение сахарного диабета второго типа. Ну, кстати, он уже борется с этой болезнью на протяжении 20 лет. Ну и сейчас вот у него обезваживание организма, и нужно срочно помочь. Ну, в общем, я думаю, что Биби Кингу сделают все, что нужно. Пожелаем старику здоровья. Да, и долгих лет жизни, конечно же. И сразу после того, как у нас будут спонсорские ролики, послушаем Эрика Клэптона и Биби Кинга. Пожелаем ему удачи и здоровья. Спасибо всем. Уходим на спонсорские ролики. Ура, ура, ура. На радость нашим кошелькам и спонсорским ушам. Скалники Кахарданка. Рекомендуемые штатные ледовики. Ветер потеря рагуника Кандесников Тинеовых. Контингент от Сирии Куата Тасугу. Айсамени Мухомелек. Кесамой Каровы Дарнал и Атарусу. Мухоми Ватаноскес. Лена Сангари Европа и Уэнах Бога и Кедмин. Контуризм от Нина Тинеологии. Овцы. Кутакини Аборнеш. И тему говорит Европа. Мухом. Марля Маслера. Сирота Сенек. Чорсалюк Тарасунчос. Чорсалюк Тарасунчос. Мы из того поколения,
которая помнит, для чего мяли газету. Шоу «Позитивный инфликт». Thank you.